По воспоминаниям старожилов, 77 лет назад, несмотря на лютые морозы, Москва-река в районе Дунина не замерзла. И это чудо помешало фашистам форсировать ее сходу. Организаторы мероприятия подчеркивают, Дунинский рубеж – это не военная историческая реконструкция, а лишь постановка боевого эпизода, который в декабре 41-го мог произойти на любом участке Западного фронта. Формат вот этой исторической постановки, которая будет разворачиваться, он это именно не реконструкция, а именно такое вот театральное действие. Поэтому сюда допускаются, в общем-то, люди там и несовершеннолетние, естественно, на безопасном рубеже. Естественно, после того, как пиротехника отработает, они уже идут там третьим эшелоном, но они чувствуют себя вовлеченными, участвующими во всем этом действии. Собираются, конечно, местные жители в большом количестве, гости съезжаются со всей округи из Одинцовского района. И сначала, конечно, митинг. Митинг проводится рядом с часовней и памятником, посвященным погибшим в бою односельчанам. Панихида по землякам заканчивается возложением цветов, а затем приходит черед военно-исторической постановки. Благодаря поддержке Фонда социально-культурных инициатив основательно подготовлена пиротехническая составляющая. Перед тем, как идти в атаку, участники несколько раз репетируют эпизод. Особенно ценно то, что участие в нем принимают не только опытные реконструкторы, но и ребята из школ нашего района. Ребята принимают участие в мемориальных мероприятиях уже достаточно давно, то есть это часть из них многолетняя практика, так сказать. И большинство из них это те, кто готовили плацтеатр в Иславском, те, которые принимали участие в мемориальном мероприятии в Иславском, стояли в оцеплении. И вот в Дунино у них есть возможность уже немножко больше, немножко плотнее поучаствовать, почувствовать себя в образе советских солдат. То есть у них прямо сейчас проходит отработка каких-то элементов. Исторический эпизод начинается со сценки в оккупированной деревне. Фашисты останавливают местных жителей и отбирают у них еду и теплые вещи. Однако воспользоваться ими мародеры не успевают. Начинается мощный артобстрел гитлеровских позиций. Под прикрытием своих орудий речную пойму занимают красноармейцы. Они накрывают немецкие траншеи оружейным и минометным огнем. Мощный натиск советских солдат сминает вражескую оборону. В рукопашной схватке фашистов безжалостно добивают. После боя по военной традиции идет награждение. Среди красноармейцев и ребята, и девушки. Возможно, на Дунинском рубеже они впервые хоть немного почувствовали, что это такое – война. Ночь перед наступлением в холодном окопе, оглушающие взрывы, а затем бросок по скользкому снегу на ощетинившуюся пулеметами высоту. Меня очень сильно переполняли эмоции. Мне хотелось, чтобы поскорее все это закончилось, потому что мне было страшно, как это все взрывалось. Сначала, до реконструкции, до начала, я очень переживала, волновалась, и меня наполнял страх и волнение. Но после мне понравилось, и эмоции остались только положительные. Было достаточно страшно. Выстрелы, но я бежала, и нормально, мне понравилось очень сильно. Как ты думаешь, ты бы смогла не растеряться в реальном бою? Не знаю, нет, наверное, я растерялась бы, скорее всего. Военно-патриотический праздник «Дунинский рубеж» по традиции завершали концерт и полевая кухня с вкуснейшей солдатской кашей. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».